В эфире Первого Карагандинского новости. В студии работает Гульнур Жакен. Здравствуйте. В начале выпуска коротко о главном. Выдержат ли строители график застройки поселка Кухпекты? Промышленная добыча метана из угольных пластов – реальный проект. Новый бассейн в детском центре отдыха «Салют». 300 миллионов тенге уже выделено из резервного фонда акима области на строительство разрушенного жилья в поселке Кукпекты. Как ведется строительство сегодня, проверяли министр по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан Владимир Башко и аким Карагандинской области Нурмухамбет Абдибеков. Кукпектинцы знают, что практически весь Казахстан пришел им на помощь. К сентябрю было обещано заселить всех пострадавших в новые дома. Чтобы наиболее эффективно использовать каждое тенге, вложенное в квадратный метр жилья, были подготовлены 7 эскизных проектов. Причем жителям, пострадавшим от стихии, дома будут возведены, что называется, метр в метр. Был дом на 60 квадратов, будет дом на 60 квадратов. На сегодняшний день, значит, подрядными силами генеральный подрядчик ПК «Аспап», его руководитель Ашим Тулеген Макатаевич, со своими субподрядными организациями, более 9 их компаний, приступили уже собственными средствами, собственными возможностями, людьми, ресурсами своих собственных финансов и механизмами транспорта, не ожидая поступления первого транша с фонда резерва акима области. Прежде чем начать первые шаги по строительству, необходимо было полностью снести непригодные для жилья сооружения. Уже поступил первый транш на счет акима Бухаржурауского района. Ну а жители, пользуясь случаем, выясняли всю правду о компенсациях. Вода в дом не зашла, они получили, сейчас скажу, 1 200 000, что ли. А у нас, где все, весь саман развалился, мы получили 600 тысяч. Вот единственное, вот это вот. А Казмир нам насчитали, да, $162 за квадратный метр нам Казмир насчитали. Вот Пролетарская, вот смотрите. Вот Папандопола там живет, Экишев. Вот вы говорите, что им заплатили больше, чем положено. Вот смотрите, 881. Мы им заплатили 881, не больше. Видите, пострадание вашего жилья составляет 2 774 000. Я знаю. Да. Мы вам заплатили 671. Оставшаяся сумма, конечно же, будет выплачена. В таких ситуациях лучше всего самый конкретный ответ. Вы думаете, мы им больше заплатим? Мы им больше не заплатили. Рабочие уже залили фундаменты. Кое-где появились стены и перекрытия. Вопрос один. Успеют строители к указанному сроку или нет? Если будут деньги, уложатся. Многие вопросы требуют решения. 50 учащихся поселка должны пойти в школу, имея крышу над головой и условия для учебы и проживания. Именно поэтому аким области и министр по чрезвычайным ситуациям так дотошно осматривают строительную площадку. Многие из колонок раньше были, но сейчас хотят, чтобы вода была. Мы сейчас им будем вводить дома. Стройматериалом со всеми производителями договорились. Бетон, блоки, там это, перекрытие плиты. Сегодня дело за строителями. Все зависит от их умения и понимания ситуации. Я понимаю, что, как говорят, очень много советчиков и очень много наблюдателей. Вопросы, понятно, были с оформлением, с проектированием, с согласованием. И понятно, что с экспертизой это очень непростые все вещи, потому что государевы деньги просто так не могли принимать решение. Но сейчас с финансированием решено. Я думаю, у акима области это на контроле. Мы с ним общаемся каждую неделю. Мои сотрудники работают. Я думаю, к сентябрю обязательно мы будем ставить задачу, чтобы вы въехали однозначно. Местных предпринимателей и жителей волнует еще и вопрос кредитов. Не все банки идут им навстречу и дают отсрочки. Они не идут пока. Там какая сумма у вас? По списку у меня было 240, сейчас уже за 500 перевалило, со штрафом. Деньги, да? Да. Уже они мне на штрафы насчитали. Вот это. Решил. Хорошо, давайте мы это обратим мне внимание. Спасибо. Жители же не теряют присутствие духа и настроены оптимистически. Неправда, вот говорят, там районные наши не помогают, все помогают, мусор убирают, это спроси, понятно, все такое делают. Чем могли, помогли. У меня был телевизор такой, мне еще больше. Например, вот говорю, и районным, и нашему акиму. Вот за вот это их то писали, большое спасибо. Конечно, немножко не хватает чуть-чуть, но я надеюсь, кто-нибудь на сено даст.
Затем состоялось совещание с отчетом акима Бугар-Жыраусского района о проделанной работе. Он сообщил, что сотрудниками института КАЗ-МИИР проведено обследование и оценка технического состояния объектов, попавших в зону затопления. Обследован 271 объект, в том числе 261 жилой дом и 5 магазинов. При этом 49 жилых домов признаны аварийными, 273 квартиры подлежат ремонту. Для строительства жилья разработана проектно-сметная документация с государственной экспертизой. Заключен договор с ТО «АСПАП», которым привлечено 12 субподрядных организаций. Строительно-монтажные работы на 49 участках начаты 25 мая. На всех участках выкопаны траншеи под фундамент, а в 47 домах поставлены фундаментно-блочные строения. В 37 выполнен монтаж стен, а в 6 домах произведены перекрытия плитой. На совещании со строителями аким области дал ряд поручений. Он подчеркнул, что вода должна быть в каждом доме, отопление тоже, и сроки никто не позволит отодвигать. Задача не стоит, сможем или не сможем. Мы же не в рулетку играем, будет или не будет. Стоит задача 1 сентября ввести. И 1 сентября это будет выполнено. Я вас еще раз, стоя здесь, уверяю, что мы примем меры для того, чтобы выполнить эту работу. Тем более, что основная, самая, может быть, сложная фаза, она позади. В дальнейшем мы планируем восстанавливать это, водоем, эту плотину. Конечно, с соблюдением всех требуемых норм будут проведены соответствующие дополнительные изучения этой ситуации. И я думаю, что то проект решения, которое будет принято, реализовано, оно вот в том числе и предусмотрит вот такие аномальные ситуации, как сложились в этом году. Время, когда что-то делалось ни шатко, ни валко, прошло. Общественные организации свою задачу выполнили, как пекинцы ждут действий от властных структур и верят им. Раньше у меня был дом от савана. Сейчас хорошо, у меня дом строится от кирпича. Раньше был у меня потолок деревянный, сейчас потолок от плиты, туалет, ванны. Все шикарно будет. Сергей Высокосов, Нурсултан Иса, Бахтияр Успанов, Первый Карагандинский. Прошло очередное заседание экспертной группы по реализации задач предвыборной платформы партии «Нур-Отан» в поддержку малого и среднего бизнеса. Предприниматели Караганды рассматривали реализацию указа президента о кардинальных мерах по улучшению условий для предпринимательской деятельности в Республике Казахстан. Глава государства Нурсултан Назарбаев поставил задачу дальнейшего совершенствования бизнес-климата в стране. На заседании обсуждались вопросы малого и среднего бизнеса, создание условий для отечественных предпринимателей. Народно-демократическая партия «Нур-Отан» последовательно отстаивает интересы малого и среднего бизнеса. Одним из таких шагов стала партийная программа, которая предусматривает размещение заказов крупных компаний страны. Важно усилить производственную составляющую малого бизнеса, особенно инновационную. Инициатива правильная, потому что в развитых государствах занятость населения до 80% обеспечивается благодаря малому и среднему бизнесу. Лариса Хусейнова, Кайрат Рашитов, Бахтияр Успанов, Первый Карагандинский. Проект по добыче метана из угольных пластов в Караганде оценивается в 630 миллионов тенге. Аким Карагандинской области Нурмухамбет Абдибеков провел заседание инвестиционного комитета, на котором рассмотрены проекты в сфере недропользования, реализуемые с участием СПК «Сарарка». Проект «Разведка и добыча метана из угольных пластов» Талдыкудукского участка Карагандинского угольного бассейна представило товарищество с ограниченной ответственностью «Талдыкудукгаз». Главной целью проекта является создание в Казахстане новой топливно-энергетической отрасли с использованием альтернативных источников энергии. Это одна из задач, поставленных президентом страны в послании народу Казахстана «Казахстанский путь-2050». Единая цель, единые интересы, единое будущее. Общий объем инвестиций по проекту составит более 630 миллионов тенге. После завершения геолого-разведочных работ добыча метана будет производиться в течение 25 лет с созданием порядка 100 рабочих мест. На социальное развитие региона предусмотрены ежегодное отчисление в размере 50 тысяч долларов США в период разведки и 100 тысяч долларов в период добычи метана. По информации компании, в настоящее время подписан и передан в созданное совместное предприятие контракт на недропользование, разработан и утвержден проект поисковых работ метана, проводятся работы по испытанию и освоению первой скважины. Кроме того, Караганинским государственным техническим университетом и Институтом проблем комплексного освоения недр подготовлены практические рекомендации по эффективному проведению геолого-разведочных работ. Оператором проекта является ТОО «Талдыкудукгаз».
На заседании инвесткомитета также был рассмотрен проект по разведке и добыче меди из техногенных минеральных образований Красокпайского медиплавильного завода, разработанный ТО СП «Варда Минералс». ТО СП «Арбат» представила проект строительства завода по производству углехимических продуктов и разреза по добыче угля в Нуринском районе. По итогам заседания Нурмухамбет Абдивеков дал ряд поручений Управлению промышленности и индустриально-инновационного развития акимам Бухаржарауского и Нуринского районов, касающихся реализации рассмотренных проектов и оформления необходимых документов. Впереди небольшая реклама, оставайтесь с нами. Спонсор показа Galaxy Group, производитель продукции торговых марок Алюгал, Галвин, Херкюль. Торговая марка «Галвин» представляет эконом-серия «Профиль Галтек» 53 серии. Эконом-система трехкамерных профилей монтажной шириной 53 мм представляет собой качественное и экономичное решение. Если вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию, это ваш профиль. Стандартная система «Профиль Галвин». «Профиль Галвин» 60 серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм. Идеально подходит для любого климата и региона. Система «Стандарт» относится к классу А, а значит полностью соответствует современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей. А теперь новинка. Серия «Эксклюзив». Пятикамерный профиль «Галвин» 70-й серии. Монтажная ширина 70 мм. 5 камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя значительно повышают тепло- и звукоизоляцию. Толщина лицевых стенок 3 мм. Помимо белого цвета, профиль «Галвин» выпускается в 6 цветах. Золотой дуб, махагон, мореный дуб, темно-коричневый, орех и серый. Но и это еще не все. Имеются профили односторонние, внутренние и наружные ламинации всей цветовой линейки. Все профили торговой марки «Галвин» и «Галтек» не содержат свинца и на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам. Профиль «Галвин» – морозостойкий, надежный, прочный. Чиновника из облздрава наказали за то, что он не вовремя ответил на жалобу. Это стало возможным благодаря внедрению электронной системы «Айкын». С ее помощью прокуроры могут, не выходя из кабинета, проверять то, как госслужащие соблюдают закон о обращении граждан. Проект «Айкын» позволяет исключить личный контакт чиновников и заявителей, предусматривает прозрачность процедуры рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Всего в нашей области за волокиту досталось 84 чиновникам. Их привлекли к дисциплинарной ответственности, а одного госслужащего даже наказали в административном порядке. В Карагандинской области система «Айкын» прозрачность начала работать с 1 апреля прошлого года. Комитетом по правовой статистике и специальным учетом Генеральной прокуратуры Республики Казахстан разработан механизм работы проекта «Айкын». Он очень прост и основан на применении современных технологий. То есть непосредственно письменно обратившемуся заявителю выдается талон с присвоением уникального номера 18-значного, впоследствии по которому он может получить всю информацию о ходе рассмотрения своего обращения. За первое полугодие этого года в государственные органы Карагандинской области, подключенным к системе «Айкын», поступило более 42 тысяч обращений. Заявителям, обратившимся письменно, выдано 19 362 талона с присвоением уникального номера. В перспективе при полномасштабном внедрении проект позволит выявить системные нарушения и проблемные вопросы в работе государственных органов. Сергей Высокосов, Кайрат Рашитов, Батия Руспанов, Первый Карагандинский. Исполнилось 23 года со дня образования Налоговой службы Республики Казахстан. Налоги – это основа пополнения государственного бюджета. Сбор налогов всегда был ответственной и нелегкой миссией. Сегодня сотрудничеству с налогоплательщиками и налаживанием реальной обратной связи с ними уделяется особое внимание. Благодаря трудолюбию и профессионализму налоговиков в казну республики своевременно и полно поступают налоги. Об этом говорилось на торжественном собрании, посвященном дню рождения налоговой службы Казахстана. Налоговая служба нашей области зарекомендовала себя как динамично развивающаяся структура, применяющая в своей работе современные технологии. Своим повседневным трудом вы вносите весомый вклад в решение задач, которые ставит перед нами президент страны.
Налоговая система Казахстана постоянно и динамично развивается. Внедряются новейшие информационные технологии, позволяющие упростить взаимоотношения с налогоплательщиками. Глобальное преобразование экономики требует постоянного совершенствования налоговой системы. Сегодня перед налоговыми органами стоит не просто задача пополнения государственного бюджета, но и соблюдение баланса экономических интересов между государствами и частным сектором. Сегодня перед налоговыми органами в условиях Евразийского экономического союза стоят новые задачи – это обеспечение конкурентоспособной, гибкой и в то же время обеспечивать стабильность национального бюджета налоговой системы. На собрании были отмечены лучшие работники налоговых органов региона, ветераны службы. Почетным знаком «Отличник налоговой службы» были награждены Лилия Судовцева, заместитель руководителя налогового управления города Шахтинска, Алия Кулумбаева, главный специалист налогового департамента Кургандинской области, Сауле Кусаинова, главный специалист налогового управления района имени Казыбек-би. Сергей Высокосов, Олжас Габбасов, Бахтияр Успанов, Первый Карагандинский. Прервемся на небольшую рекламу, а после продолжим выпуск. Окна «Артек» – идеальное сочетание максимального комфорта и бережливости. Безупречное немецкое качество по доступной цене. Окна «Артек» – ваше спокойствие на долгие годы. «Артек» – окна для жизни. Продолжим. Караганда встречает друзей из Актобе и Шымкента. С 1 по 10 июля 2014 года для ребят из этих городов организована исследовательская и познавательная экспедиция «Туган Эльге Тагзым». Карагандинский регион – индустриально-промышленный и историческо-культурный центр Казахстана. В рамках изучения национальной истории и культуры Карагандинской области и в связи с празднованием 80-летия города Караганды организован социальный проект. Мы приехали с Назарбаев интеллектуальной школы физико-математического направления города Шымкент. И нужно сказать, что социальный проект «Туган Эльге Тагзым» имеет огромное воспитательное значение в развитии наших школьников именно таких ценностей, как патриотизм, любовь к родине. Поэтому в этом плане, я думаю, что наша поездка состоялась, и социальный проект вот этот, он принесет свои результаты. Дети были очень рады поездке. Они приобрели новых друзей, узнали много нового. Каждый день для них был полным, насыщенным и ярким. Но самое огромное впечатление они получили от посещения музея Карлага. Ребята окунулись в историю непростого времени. Целью данной экспедиции является воспитание бережного отношения к историческому прошлому, духовным ценностям и сохранению дружбы народов. Дети расширили свои познания в области географии, химии, физики, биологии, этнографии и спорта. Ребятам очень понравилась поездка в Караганду. Такие мероприятия станут традиционными. Лариса Хусейнова, Кайрат Рашитов, Бахтияр Успанов, Первый Карагандинский. В детском оздоровительном лагере «Салют» состоялось торжественное открытие плавательного бассейна. Для детей бассейн был мечтой номер один. Чего не сделаешь ради них. И вот акимат города Караганды исполнил эту заветную мечту. Отдых и оздоровление детей в летний период является одним из главных направлений работы организации образования. Цель организации работы с детьми в летний период заключается в создании оптимальных условий для оздоровления и отдыха детей и подростков. Вовлечение подрастающего поколения в здоровый образ жизни – одна из задач, важнейших задач для нас, взрослых. Сегодня мы с вами открываем новый современный плавательный бассейн. Уверен, что это спортивное сооружение окажет положительное влияние на повышение интереса нашей молодежи, наших детей к физической культуре и спорту. Детский оздоровительный центр «Салют» был безвозмездно передан городу в 2011 году профсоюзом угольщиков «Коргау». Первый сезон открылся летом 2012 года. Плавательный бассейн был в нерабочем состоянии. В 2014 году для восстановления бассейна из местного бюджета на ремонт было выделено около 50 миллионов тенге. Благодаря проделанной огромной работе акимата города Караганды, мы уже третий год, третье лето подряд принимаем карагандинских мальчишек и девчонок в наш детский оздоровительный центр «Салют». Каждую смену мы принимаем более 400 ребят. В летние месяцы этого года в оздоровительном лагере планируется отдых около 2000 детей, в том числе детей из социально незащищенных семей. В центре ребятам предлагается шестиразовое питание, развлекательно-познавательные программы, конкурсные мероприятия, дискотеки, концерты, игры и многое другое.
В летнем оздоровительном лагере «Салют» состоялось торжественное открытие плавательного сезона. Для детей построили большой бассейн. Дети с нетерпением ждут, когда они окунутся в воду в столь жаркую погоду. Звонкий смех создает хорошее настроение и праздничную атмосферу. Радости детей не было предела. После выступления акима Нурлана Аубакирова все дети побежали купаться. Мне понравился этот лагерь. Я в этом лагере уже не первый раз. Здесь хорошо кормят. Еще хорошо, что бассейн открылся. Сегодня самый лучший день из всех дней, который был у меня в этом лагере. И только это, тем более в этот лагерь сегодня пришел аким города Караганды. И мне понравился сегодняшний день. На территории лагеря для детей также есть спортивные площадки, на которых можно поиграть в футбол, волейбол, баскетбол и настольный теннис. Лариса Хусейнова, Кайрат Рашитов, Бахтияр Успанов, Первый Карагандинский. На этом наш выпуск завершен. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649. Всего доброго. Аман Сау Болумстар.